Вот, ребята, всем привет, доброго дня. И сейчас мы тут находимся на улице Карбышева 200 лет, во дворах. Тут такой неплохой парк. Скверик такой. Скверик, да. И скамеечки стоят, лавочки. И мы решили немножко с вами пообщаться. Вот. На тему, как одеваться в современном мире. Только что девушка шла в набедренной повязке. Ну, как. Как для меня, как для мужика, она одета очень даже хорошо, как и папа. Нет, дело в том, что... Очень даже интересно, как и все почти видно. Юбка, в общем-то, клешная, и ветерок завивает, такой, подвивает, и поднимается эта юбка, а одета она в таких бикини. Ну, шикарно, шикарно одета. Короче, я в восторге, в общем. Ветер повеял, и задница голая. Я в восторге. Нет, я просто сижу и думаю. Вот интересно, некоторые девушки жалуются на то, что их насилуют. Ну, надо же, соответственно, одеваться, ребят. Молодежь. Ёлки-палки, ну это вообще. Там от юбки, это действительно набедренная повязка. Я человек прогрессивный, я не против коротких юбок, я не против обтягивающих штанов. Но все должно быть как-то в межах культуры. Да. В меру культуры, да, в меру. Все хорошо в меру, как говорится. Там, видите, вот там дома, ну не видно, тут только детскую площадку видно, а вот там дома. Скверик, скверик. Это скверик у нас хороший. Ну вот, по поводу... целомудренности, да. Женщины, конечно, переоделись в мужские одежды, начали брюки, я и сама брюки ношу. Ну, конечно, это все неправильно, не... А ты смотри, вон, взять, например, школу, взять институты, да, сколько там женщин учатся? Нет, вот 100% говорю, что современная женщина, это у нее сейчас один только такой фетиш, выскочи замуж. Нарожать детей и сидеть дома. Вот такой вот фетиш. Где поговорили, ну, это все правильно. Женщина хранительница очага там и так далее. Все правильно. Все идет к тому. Природу ж не надуришек. Ну, я Она рожать и возле кастрюль. Никакого равноправия. Ну, я тебе скажу, я с женской стороны скажу, многие женщины строят карьеру и наоборот... Очень мало. Плюют на семью и на все остальное, карьеристки такие, многие женщины. Но все-таки, я говорю, всегда было у нас, как в народе, это целомудренность женщины. Все-таки, посмотри, вот как мусульмане, у них до сих пор, даже если это не строгая мусульманская страна, все равно женщины соблюдают какие-то правила поведения в обществе. Я думаю, конечно, брюки – это удобно, я сама это понимаю. И если это удобно, надо носить то, что удобно. У нас 21-й все-таки век. Ну, чтобы она не провоцировала ничего. Ну да, да, потому что потом вот эти молодые девчонки, они сами же и жалуются, что их кто-то там изнасиловал. А если она будет в таком виде идти вечером, мимо вот такого скверика, ну это не исключено, что дураков хватает. И мысли навевают всякие разные. Почему ты так оделась? Ты, наверное... хочешь. Сигнализируешь нам, да, о чем-то. Да. Вот. Погода у нас очень жаркая, ребята. Вот в тени сейчас неплохо, так ветерок продувает. А вообще погода, конечно, очень жаркая. Знойная? Зной прямо, да. Сейчас вот, смотрите, выгорает уже трава. Уже у нас этой зелени такой красивой, сочной нету. На следующей неделе вроде бы должно немножко температура упасть. Но... я не всегда доверяю синоптикам, как бы к пятнице и на следующей неделе должно быть попрохладнее. Вон там антенны, видишь, тоже стоят. Это не базовая, но все равно антенна. Ну. За нее платится и за саму. Ну это не по теме. Ну и что? Разговор не по теме. Какая разница, тема не тема. Так что вот такая вот, ребята, ситуация. Говорила вам, что в Херсоне, конечно, сейчас город пустой. Кто выехал на моря, кто выехал на заработки.
очень пусто как-то. Посмотрите, дворы даже пустые. Ну, внимание, что жара, люди стараются где-то в тени дома отсиживаться. Но, тем не менее, я вам и зимой показывала, и летом ситуация не меняется. Людей... Дачный сезон, дача, отпуска. А зимой тоже нужно знать дачный, помнишь? А зимой холодно, потому что дома сидят все, греются. И вообще никто не работает, да, никто никуда не ходит. А какая же работа здесь есть? Здесь работы-то нет в Херсоне, вообще работы нет. Да, ребята, все предприятия позакрывались, ничего не работает. Я вот так столкнулась, даже вот зашла на официальные сайты там, вот эти сайты предоставления работ, ну, объявлений, трудоустройства. Ничего нет, ничего. Одни торгаши, одни. Им надо продавцы 18 лет с высшим образованием и не менее 10 лет опыта работы. Да, да, да. Бред, бред. Да, такой бред. Вот. Так что работы нету. Предприятия все стоят, конечно. Раньше город оживал, когда пересменки были на предприятиях. Вторая, третья, первая смена. А сейчас? Сейчас вечером опасно выйти на улицу. А раньше можно было спокойно ходить, потому что в 12 ночи город оживал. Да, 12 вообще. Ночи, да. С 12 до полвторого город жил. Да, автобусы развозили некоторые с предприятий, прямо возили по районам людей. А сейчас, конечно. Так что вот такие вот дела на сегодня. Ситуация не очень хорошая. Люди обозленные. Денег ни у кого нету. Заработать негде. Всемирный кризис. Сейчас везде так. Всемирный кризис. Куда ни посмотришь, там проблемы, там проблемы, там проблемы, там стреляют. А чтобы заработать на жилье? А если вот молодая семья, нету жилья, это вообще катастрофа. Это жить, на квартире нереально. А ну-ка оплатить не меньше там 100 баксов хотя бы эту коммуналку плюс 100 заплатить баксов. 100 баксов за квартиру, а 200 баксов зарплаты в Херсоне нету. Да. А в принципе просто на жизнь ничего не остается. А если там еще и дети, то нет. Это вообще нереально. Поэтому я уверен, что весь кризис, повышение цен и так далее, виноваты в этом, ну, правительство отчасти виноваты. Виноваты в основном люди, они сами дерут эки-паки в три шкуры. Приходишь на базар, а там то зелень там поливается только, да и все, особо там капитала вложений нету. И то с нее три шкуры, блин. Елка зеленая. Тут куча выращивается овощей, фруктов, и три шкуры дерут. Даже да, сами люди виноваты в своих проблемах. Никто вам не виноват, вы и сами. Потому что жлобы. Вот что я скажу. Я скажу, что картошка, он, грубо говоря, 10 гривен. Ну, это по нашим зарплатам очень дорого. Это продукт первой необходимости. А за остальное вообще молчу. Вот как-то незаметно мясо подорожало где-то... процентов на 50 вот, за последнее время. Если 80 гривен мякоть стоила, то 82, помню, 82 гривны стоила, да. Максимально. То сейчас 120. Как-то так, одним щелчком. Бац. И все, 120. Так ведь и мясо ж какое, никакое, качество очень плохое. Да, на вид вроде ничего, но начинаешь готовить, оно не мясо, так и вата. Ни запаха, ни вкуса. Да. А в некоторых случаях даже неприятно его и есть. Бывает, ничего попадется, а бывает. Причем, что на рынке купишь, что в магазине одинаково. Поставщик один. Да, поставщик один, да. А еще вот ходят слухи, что будет еще больше дорожать, что сахар будет 50 гривен. 50 гривен. Сейчас 17-18 гривен. Ладно, на этой хорошей нотке, доброй. Уже 10 минут. Все, ребят, пока-пока.